Эти люди в предвкушении. Уже скоро они попробуют аппетитные лаймовые пироги. И не просто попробуют, а постараются съесть их как можно быстрее. В городе Ки-Уэст на американском острове Флорида-Кис прошел конкурс поедания пирогов на скорость. Он приурочен ко Дню независимости США, который отмечают 4 июля. Участвуют 24 человека. По правилам конкурса пирог нужно есть без рук. Многие говорят, что самым американским является яблочный пирог, но на самом деле первый яблочный пирог был приготовлен в Европе. Самым американским можно назвать лаймовый пирог, который был приготовлен здесь, в Ки-Уэст во Флориде. Лаймовый пирог – фирменное блюдо на острове. Его готовят с добавлением сгущенки, яичных желтков, лаймового сока и хрустящих крекеров. Обычно его украшают взбитыми сливками, поэтому конкурсантам разрешили надевать очки. Победителем стал Элиот Зеллер. Он приехал в Ки-Уэст на медовый месяц. Свой пирог он съел за 62,62 секунды. Победитель получил в качестве трофея пояс. В центре на нем закреплена форма для выпекания пирогов. Думаю, я готовился к этому всю свою жизнь. Моя жена может подтвердить, что я часто ем без рук, и я большой грязнуля. Так что этот конкурс для меня. А в Вашингтоне День независимости по традиции отметили грандиозным салютом. В историческом центре столицы на Национальной аллее собрались сотни тысяч человек, чтобы поздравить друг друга с 241-летием США. 4 июля – это национальный праздник. Его отмечают в честь Декларации независимости США от Великобритании, которая была принята 4 июля 1776 года.